Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Сегодня я приехал в район Оба. Это открытый район. Хочу предоставить вам очень хороший вариант 2 плюс 1 в хорошем комплексе, который состоит из 4 блоков. Здесь есть также крытый бассейн. Открытый бассейн вы увидели, он большой, с горочкой. Фонтанчик, зеленая территория. Расстояние до моря максимум 580 метров. Детская игровая площадка, открытая парковка снаружи. В этой квартире 3 балкона. Смотрят 3 стороны, северная, восточная и западная. Огромный балкон, это первый. Второй этаж. Рядом есть инфраструктура для жизни. Также по четвергам рынок Тосмара рядом, а также рынок Вобия по понедельникам. Здесь минимум 105 квадратных метров полезная площадь. Полезная. Может быть и 110 минимум. Бытовая техника фирмы Indesit. Посудомойка Hotpoint Ariston. Indesit. Да. Норм духовка. Indesit холодильник. Такая вот ухоженная, хорошая квартира. В этой стороне прихожая. Так, прихожая, видите, большая. Здесь первый санузел. Вода под дом. Душевая кабинка тоже большая. Вытяжка есть. Тут спальня у нас 12,5 квадратных метров, полезная площадь. Открытый бассейн работает. Здесь балкон и вдобавок есть еще был склад, как бы клад делали, но тоже балкон, увеличенный балкон. Можно тоже пользоваться. Как бы 4 балкона получается. И у нас тут родительская спальня. Тут где-то 15 квадратных метров полезная площадь. Тоже санузел. Кстати, хороший вариант. Звоните, уйдет. Здесь душевая кабинка больше, чем там. Тоже есть вытяжка, окошко. Можно отсюда убежать даже из дома. Один дома, если останетесь, как в фильме. Кондиционер фирмы Altos, подуставший, нужно поменять на инверторный. И еще один балкон. Здесь восточная сторона. Там тоже восточная сторона. Ну, а там северная сторона. И запад. Спускаюсь вниз. Этаже у нас 3 квартиры. Проект был сдан в эксплуатацию в 2010 году. Лифт вместимость 3 человека. Айдат 950 лир. Вот здесь площадка. Отсюда. Там вход. Есть генератор, теннисный корт, мини-бар. Сейчас барбекю зона тоже есть, но не знаю, в какой стороне. Сейчас глянем. Вот такой большой вот бассейн. Тоже один из хороших проектов района Оба. Там тоже открытая парковка. Открытый бассейн
находится под этим блоком. Есть генератор, вот он. Открытый бассейн. Что тут есть? Сауна. Наверное, сауна тоже есть. Везде закрыто. Зимой функционирует. Итак, теннисный корт покажу вам. До моря максимум 583,5 метра. Шаговой доступности. Ну, фруктово-овощные деревья. Овощи тоже посажены где кое-где. Вон, зона барбекю где-то должно быть. Времени не буду на это стирать. Теннисный корт. Итак, цена, дорогие зрители, у этой квартиры 164 тысячи евро. Открытый район подходит под ВНЖ. Очень хороший вариант. Скрытым бассейном, открытым бассейном, большой территорией. И до моря 583,5 метра. А также рядом есть рынок по четвергам, сеть магазинов Мигрес, А101 тут прямо рядом, 20 метров, 30 метров от комплекса. Шок 200 метров, БИМ 240 метров где-то. Вот так, все в доступности. Недалеко отсюда сеть магазинов Кочетаж, где продаются хозяйственные товары, Тахтакале. Также до торгового центра Аланиум. Отсюда где-то 10 минут ходьбы. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агасий, Солнечный Алании, район Оба. Всем пока-пока. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарий.